Сегодня в меню – бисквитное печенье Мадлен. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйца – 3 штуки. Мука – 200 грамм. Сахар – 130 грамм. Мед – 1 чайная ложка. Цедра лимона – 1/2 штуки. Молоко – 50 мл. Сливочное масло – 200 грамм. Бисквитное печенье Мадлен – одно из самых нежных и воздушных, так как для него готовится бисквитное тесто, которым заполняют специальные формочки. Это традиционный французский рецепт, но его можно немного изменить, добавив, например, крем в теплое тесто. Если нет специальных формочек для этого печенья, можно использовать формочки для маленьких кексов. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Растопите на медленном огне масло, добавьте к нему мед и молоко. Взбейте яйца с сахаром. Масляную часть соедините с яичной. Добавьте муку с разрыхлителем и цедрой лимона. Накройте миску пленкой или тарелкой и поставьте в холодильник на полчаса. Смажьте форму маслом, также присыпьте ее мукой. Заполните формочки тестом. Положите в середину любую начинку. Выпекайте в разогретой до 180 градусов, духовке 12-15 минут. По желанию наполните теплое печенье кремом. Это бисквитное печенье также называют мини-кексиками, так как оно выпекается в специальной форме. Нежное и влажное, как бисквит, его можно дополнить лимоном или другим кремом, ягодами и сухофруктами. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!